Прочитаем французскую пьесу. Действие происходит в Париже. Вы графиня де Монпарнас, а я граф де Монмартр. Начинайте. Какие новости, граф? Вы видели даму, которая обещала нам помочь? Видел эту даму в серной бане. Что? Подождите, женщина в мужской бане? Я, конечно, слышал, что французы там развратники, но что до такой степени? Акопа, ну проверь, как ли там написано. Так, здесь написано, эта женщина все может, ее весь облабарь. Что там написано? В Париже или в Абабаре? Нет, в Париже! Там просто свой Абабар есть! Да, в Париже. Да. Ну и что это бесстыдная женщина сказала графу в бане? Что она сказала? Что она сказала? Она сказала, не торопись, сказала, всему свое время сказала, наберись терпения, сказала. Поняла, графиня? Читай дальше. Я не могу больше ждать. Я люблю тебя, графиня. Люблю, как Ромео и Джульетту. Я, когда вчера плескалась в мраморном бассейне, моя душа сковала мысль, я не сила больше ждать, я люблю тебя, Кате. Что? Там так написано, граф или Кате? Граф. Нет, Кате. Граф. Кате, это написано в моем сердце. Мы любим друг друга. Без любви целый свет, как без солнца рассвет, как костер без огня, как джигит без коня. Никитич Нерсесович, я прошу руки вашей дочери. Что он просит? Руки. 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 Да чтоб ноги твоей здесь не было, граф Голодранец! Вот! Никитич, пойди! Не надо! Я сам уйду! Отец, ты ведь не знаешь, что ведет... Знать не хочу! Тогда я с ним! Ну, стоять! Я тебе пойду! Никитич, я тебя! На хлеб воду посажу! На замок тебя запру! Стеречу я здесь никого, кроме князя, не впускай, кабато! А ты... Стой у окна и смотри, чтоб не вылезла. А ты, Акопа, дежурь подъезда и книжки французские. Ты декламант.